Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем нематерном канале. Как всегда, я Ян, и мы продолжаем играть в незваного гостя. Я тут сейчас решил продолжить эту игру, и оказалось, что ее нельзя продолжить, она начинается с самого начала. То есть кнопка «Продолжить игру» здесь не работает. В общем, в прошлый раз я пытался снимать на iPhone и на камеру, и оказалось, что слишком уж... лошадка! Они как будто из печенек сделаны. Крекер. Лошадка-пряник. И оказалось, что с айфона очень долго вынимать слишком длинное видео, поэтому я использовал камеру, и в этот раз я тоже буду снимать просто на камеру сразу. Скелет. А ты что, типа пытался заползти? У него ноги какие-то короткие. Давайте, знаете что? Вам наверняка... Мне-то плохо видно с такой яркостью. А вам-то тем более. Давайте я чуть-чуть поярче сделаю. Во, вот так нормально. И видно хорошо этого полурослика. И более-менее темновато все же. В прошлый раз у нас с вами забрали картину. Ну как забрали, он сам ее просрал. Поэтому мы ее должны найти. Подвал затоплен, в воду не заходить опасно. Конечно же, это жестоки. Возможно, многие из вас... Да я не... Как? Мне два раза дали леща, один раз был медведь. И на меня смыли только что из толчка. Эта игра реально создана, чтобы унижать игроков. Просто какой-то вообще прям. Так, у нас развилка. О, еще коняшка. Давайте, напугайте меня. Не напугали, ну ладно. Мне что-нибудь дадут за эти секреты? Может, какая-нибудь будет концовка альтернативная, там, где я на пряничном коне... Ускочу куда-то в закат, держа за поясом картину. Но мне сказали в воду не лезть. Как бы, будь я нормальным человеком, я в нее и не полез. Я бы он по краюшку обошел. Но, раз уж это игра. Пойдем по зловонным водам. О, привет. Кто здесь? Главное, под трубами не проходить, а то опять... Кто-нибудь испорожнится прям на голову. Это крокодил? Он дышит так громко. Крокодил, ты дурак? Меня скушали. Я хотел просто посмотреть на резинового крокодила. И меня сразу скушали. Зачем? Все, он уплыл, его нету больше. Ну ладно. Не, ну блин, как-то... Вот игра вроде бы сделана на классном движке. Вроде бы даже у нее есть какой-то потенциал. Но как-то пока что слабовато. В то же самое это... Хоррор Тейлз, по-моему. Вино. Там было поприкольней. Там вот был чувак, который за мной бегал. Кстати, если не смотрели, посмотрите. Вот я там перебздил, конечно, очень-очень сильно. А, это я шлепаю. Да, вот там был этот безголовый чел, который меня реально напрягал. Я перестал его бояться очень-очень не сразу. Там кто-то сидит? Да, там труп, походу. Вы бы тут прибрались. Антисанитария тут сплошная. Я, короче, буду этих лошадок искать просто. Здорово. Ты отдыхаешь? А работать кто будет? Понятно. Доктор, господин Винчестер велел мне вылечить его сына, но, увы, я тоже заразился. Меня постоянно тошнит, кружится голова, что-то не так с моей кожей, я бессилен, простите меня. А чё ты встал-то? Я тебя не просил. Ну давай, возьми ты уже эту фиг... А, это записка. Ну ладно. Кстати, можно это... Блин, можно было бы превьюху сделать, но мне как-то... Ну если вот только так. Ну или хотя бы вот так. Вообще ты некрасивый, ты мне вообще не нравишься. Пойдешь со мной? Нет? Там опять коты скребутся. Пошли! Чё ты? Там крокодил один скучает. Вот мне не нравится, что во многих таких играх нету шифта. Нельзя шифтить.
Потому что иногда вот так вот идешь по этим коридорам, а хочется это побыстрее. А знаете что? Я ж ключ так и не добыл. Или я добыл ключ? По-моему, я не брал никакого ключа. А где мне его взять? Мне же вот здесь надо открыть. Фига, ну колбасится. Ну да, у меня нет ключа. Значит, я его не нашел. Значит, мне его надо найти. А, ну скорее всего, раз тут есть еще одни мостки, значит, тут опять должен... Блин, я, наверное, очень громко ору из-за того, что у меня наушники. Хотя не, вроде нормально. Раз уж здесь мостки, скорее всего, здесь опять должен быть скримак с крокодилом. А раз скримак не сработал, значит, я не взял ключ. Значит, мне его надо найти. А, он, наверное, у тебя где-то висит. На поясе там. Нет? Нету? Ну, где-то. В руке, например. Чё, может, во рту? По-моему, нигде нет. Да тут я что-то никак ничего не могу. Вообще ничего не могу. А чё, я больше даже этот открыть не могу, ящик? Как так? Чё, опять начинаются эти проблемы? Ну, мне это не нравится. Так, давайте вот опять, как в прошлый раз, чтобы не было, осмотрим все внимательно. Мужик. На нем ни в одной руке, ни в ногах, ни в кармане, ни во второй руке нигде нет ключа. Здесь я могу только записку пощупать. Вот, я ее пощупал. Ящик я больше открыть почему-то не могу. Почему, непонятно. Здесь ни черта нет. Здесь тоже. А, вот. Ну, крыса, да. Вот зато ключ нашел. Вот уже хорошо. Не, крысы это не страшно. Я помню, в армии у нас это крысы были. Причем здоровые. О, привет. А чё ты? Ты как так прошел-то? Я тебя даже не заметил. Так вот, в армии у меня крысы были. Ну вот, знаете, они по размеру вот. Я не успел убежать, но меня крокодил спас. Так вот, в армии были крысы, вот чтобы не соврать, наверное, вот такого размера, вот примерно с моей головой рядом. И они у нас по части бегали. Ну вот не по той, где мы спали и ели, а в другой, там, где у нас был пункт охраны. Я не знаю, что они там делали, у нас там даже еды-то никакой не было. Не надо, уйди, крокодил. И мы, короче, это бегали и ну, за ними. Они, конечно, очень как-то умудрялись резко прятаться. Ты ко мне идешь? Не надо. Меня съели. Опять. Так вот, они умудрялись залезать вот в такие щели каким-то образом. То есть, я не знаю, как это. Вот такая жирная крыса, вот такую щель. Вот так вот просто. Я в том же месте, что ли? Ты чё? А, нет, это... Ты опять прошел подальше? Ну ты даешь. А мостки уже сломаны. Ну и мы, если это получалась такая возможность, мы их давили сапогами, этих крыс. Ну, потому что они реально раздражали, бегали там. Нехорошо это все. Не надо. А закрыть за собой можно? Нельзя. Жаль. Так что крысы, на самом деле, это не страшно. Главное, не давать им себя укусить. Потому что если укусит, там можно заболеть какой-нибудь фигней нехорошей. Фу, вот это выглядит, конечно, мерзко. Этот тоннель. Полный рвотно-блевотно-каловых масс. Ладно. Вот это меня испугало. Вот это было стрёмно. А если б я в VR играл? Боже, у меня бы, наверное, этот... Я бы, наверное, в обморок упал. Ну ничего, может, когда-нибудь куплю VR и буду в такое играть в VR, чтобы максимально прочувствовать весь ужас игровых скримеров. Почему мне кажется, что оно сломается? Ой, лучше бы оно не ломалось. Неудачник.
Ой, я сам чуть не упал. Да не надо! Опасно же. Ты там сзади сломалась? Нет. Сверху что-то упало. Откуда упала та балка? Скажите мне, пожалуйста. Откуда? С чего? С неба? Сквозь текстуру упала? Нету логики здесь. Там кто-то ходит, дышит. Что это там такое? Здесь нету коней пряничных. Жалко. Откуда здесь противотанковый забор? Или это просто шипы? Чё тут? Мать твою, это чё, битва с боссом, что ли, гигантским? Я чё, в Quake зашёл? Или в Duke Nukem? Напоминает Duke Nukem. Вы посмотрите на эту тварь! Ты такой урод вообще! Боже ты мой, ты все пластику сделал хотя бы. Это я сейчас так орал? Ни хрена себе крик пронзительный. А чё за прикол-то? А как мне пройти? А! Ему не нравится, что я типа громко хожу, он спит. А я его разбудил. А как мне тихо ходить? Может, не вообще вот так? Но он явно спит. Он типа дрыхнет. Ты куда вообще такая тварь здесь живет? Не надо, не надо, ты спи. Я бы тебе медведя с собой захватил, если бы знал, что тут есть. А чё ты забраться-то не можешь? Тихо. Не просыпайся. А чё он это как-то типа топает и всё? Я думал, он захочет меня сожрать. Башку мне откусить, там всякое такое. Чё, сейчас опять будет скример? Ну пока нет. Но возможно он будет. Я прям уже готов морально. Сзади. Никого? Коняшку хочу пряничную. Нигде нету. Пряничный конь. Вообще нигде. Жаль. Я б съел. Так, смотрим внимательно. По голове себе постучи. Сколько свечек, нифига. Тебе ведро надо? Да ладно, не плачь. Сейчас я тебе дам ведро, чё ты? А куда мне его? Нафига я его вообще взял? Я не вдупляю. Зачем мне ведро? Или это ведро-горшок? О, привет! Тебе ручки надо помыть? На, помой. Смотрите, как классно проходит ведро сквозь текстуры. Вообще шикарно. Он что-то это, за мной ходит. О, там кто-то ползает. Зачем он ходит за мной, я не понимаю. Мне вот сюда надо воды набрать, что ли? В натуре? А зачем? Я кого-то пою? Он сейчас, наверное, исчезнет уже, да? Ну да. Это был третий раз, когда мне дали леща. Только в этот раз даже до кровища. Башню разбили. Два раза всего. Я что-то думал, что под конец из бочки из этой кто-нибудь вылезет и напугает меня. Атмосферненько. Очень даже. А где вино? Нет вина? Пауки. Здесь столько всего, слушайте, столько всяких тварей. Прям интересно.
прям очень даже. А, это у меня по лицу прополз, я думал, он гигантский. Но это не страшно. Что еще у нас? О, записка. Прислуга. Не понимаю, откуда столько пауков. Я только вчера здесь прибрался. Не похоже. О, привет! Тебя типа в паутину запутали, вот ты и ноешь? Бедняга. Если ты видишь человека, которому нужна помощь, сначала подумай, не будет ли плохо тебе от этой помощи. Ну, я хотел поздороваться. Эх ты. Но тут нужен ключ опять. Ну... Деревянная стена, явно тут это... Саморезы были кривые. Ключ. Давай, пугай, пугай меня прямо сейчас. Страшно хочу. Опа-на! Нормально, почти испугался. Интересно, меня сегодня еще что-нибудь напугает? Прям по-страшному. Прям чтобы было очень страшно. Чтоб я такой аж... О! Чтоб аж мурашки были. Ух ты ж, ёпарса ты. Фига, что происходит. Сюда нельзя? Ну, я так понимаю, здесь картинки надо просто поставить все, чтобы были правильно повернуты. Вот так. Ну, логично. Чё, нет? А, вот еще одна. Как мне ее? Мне не достать. Чё за... А, может, мне надо, чтобы они все были повернуты на правый бок? Типа вот так? Что? Где? Где? Чё открылось? А, вот. Скримак. А я говорил. Все, закончился. Блин, а где логика-то? Я что-то логики-то и не понял. Как вообще? Что произошло? О, привет! Давно не виделись. Полупокер. А, вот еще картинка повернута. Не знаю, что-то... А, надо было их выставить в соответствии вот с этими картинками. Боже ты мой! Я моргнул чуть раньше, но если бы я моргнул ровно тогда, когда был скример, я бы его вообще не увидел. Так, ну тут все, тут даже коней нету. Жаль. Там он еще чувак. О, вы все здесь? Все собрались? Нормас. А коняшка есть? Нету. Калас тут. Мне показалось, ли кто-то двигался. А чё сердце-то так стучит? Ты чё, боишься сразу? Ну, упала она, и чё теперь? Мне кажется, у меня это... Сегодня стальные шары. Вы видели? Он только что через текстуры в стену вошел. Вообще ж не страшно. Да опять? Вот каждый раз они меня бьют и смеются потом. Так, а мне куда вообще идти-то? Что-то у вас с грудью непонятно. У вас, кажется, у всех болезнь какая-то. Ой, куда мне? Ну чё, ну пустите. А, вон там кто-то подсматривает. Привет. Такой, а, привет. Это я тебя ударил. Сейчас я тебя ударю, слышишь? Я тебя запомнил, ушлёпок. Мне теперь что, туда-сюда ходить, что ли? Во, смотрите как. Здорово. Не знаю, надоело уже одно и то же это. Прислуга. В подвале пожар. Ушел тушить. Том. А когда ты успел написать записку? Не смешите меня.
Ой. По-моему, в подвале не пожар, а потоп. А куда, собственно, идти-то? Чё это такое? А, это я палку отодрал. Я думал, в меня занозу всадили. Так, и чё? И кудой мне? Пока что-то не... А, во-во-во, наверное, сюда надо подкинуть. А, нет. Ну, тут она сейчас потухнет, потому что вода. Тут надо что-то сделать. А что я делал-то? Я что-то вроде что-то хотел потрогать. Что-то я не понимаю. Мне надо поджечь палку, которую я уже намочил, и она явно не сможет загореться так быстро второй раз. Мне нужно вот как-то тут пройти, но, подождите, лить оно начинает вообще вот здесь. И как мне это сделать? Я думаю, мне надо какую-то бадью на себя накинуть. Так. Подождите. Я не понимаю. Опять не понимаю. Бадью дашь? Нет? Вот это. Может как-то сюда залезть? Да видите, вообще ничего никак. Так, а что тогда? Мне надо вот это уронить. Что мне надо сделать? Я не понимаю. В чем проблема? У тебя вот здесь свечка горит. Возьми вот свечкой, подожги все это. Идиота ты кусок. Вообще логики не вижу. Так. Давай посмотрим на ячейки. Может что-то в них есть. Вдруг сейчас окажется, что нужно факел свой накрыть зонтиком. И тогда он не потухнет. Это же так очевидно и логично. Что? Серьезно? Ну и что? Да почему? Я даже дойти не успел. Я, кстати, воду-то даже и не вижу. Почему ее не видно? Дверь может поджечь? Нет. А чё тогда? Да я не вдупляю опять. Как? Что? Здесь слишком всего мало. Кидаться этим я не умею. Но вот тут вода течет. Где она не течет? Она везде течет. Но я помню, что когда я первый раз поджигал этот факел, точнее эту драную мокрую ветку, где-то вот здесь была видна какая-то рука. Что, мол, что-то там можно было сделать. Ну нифига ж нельзя. Ну я не понимаю. Ну что за идиотизм? Все, у меня это, у меня ступор мозговины. Я не вдупляю вообще, что делать. Я уже истыкал все здесь. Надо вот это поджечь, это я понимаю. Но каким образом? Может, этот шкаф надо как-то наклонить. Все ясно. Ой, сложно-то как.
Не знаю, я бы на месте главного героя, раз уж мне нужно пронести туда огонь, ну, нет, я бы вообще вон ту свечку подтащил и поджег бы. Но я просто бадьей бы накрыл бы этот факел, и все, если у меня не получается иначе. А, теперь вода там течет, я могу тут пройти. Боже ты мой. Потрясающе просто. Че, я горю, что ли? Нифига. Остуди меня. Дай мне свежесть. Че у нас тут? Сгорело все? Прекрасно. Здорово, щегол. Так, что там записки номер два? Это место, оно прекрасно. Я был там. Это свечение, время. Я устал. Устал? От чего? Ты сидишь, не делаешь нифига. Стой. Ты куда? Ты куда пошел? Ладно, все, он ушел. А что это такое? Это лодка? Гигантская. А вот рыба. Вообще похоже, да, на какую-то такую странную лодку. Мне в темноту надо уходить. Что там надо? Второй уровень. Я прошел второй уровень. Серьезно? Он такой короткий был. Да вы гоните. Я не верю в это. Что за приколы? На паузу можно? Вот, прекрасно. Так, ладно, давайте тогда все, заканчиваем. Подписывайтесь на канал, смотрите дальше. Это вот, значит, комментируйте, ставьте лайки и увидимся в следующий раз.